challenge time! И снова всем привет, мы продолжаем протокол. Короче, очень странный пистолет, я что-то посмотрел на него, и там можно из него прям автомат сделать по 5 выстрелов за раз стреляет, но зачем? Непонятно. Ущерб как бы у него не увеличится, то есть у него будет очень мало ущерб, но большая скорострельность. Надо посмотреть, как много мы сможем их таскать одновременно. Может быть, если мы тут по 50 патронов можем таскать, то ну окей. В этом есть смысл. Так. Так, я добежу до колонии. Надеюсь, что еды не там. Так. Меня это уже пугает. Почему все красные? Ну, если все красные, меня не так сильно... Меня это, конечно, пугает уже. Если они постепенно не будут открываться. А вот туда, возможно, можно будет швырять ребяток. Нет power. Вот и карта доступа. Странно, никому вырезать ничего не пришлось. А вы ж синие там горели. Ну, какого черта? Так нечестно. Я не этих патронов, что ли, собрал? Ладно, пошли тогда. Тут обязательно надо, да, вот, кое-как протиснуться пришлось, что тут полметра, блин. Я не бегу, потому что я прям жду, что какая-нибудь тварь сейчас на обратном пути выбежит. Захочет комиссарского тела. Ну, что-то никто не выпрыгнул. Сейчас найдем биореактор вместо ядерного и накидаем туда зомби. Будет это кет. Blood Rain 2. Только тут нормальная энергоперчатка, там ужасный крюк. Прям моргай, типа отсюда выскочит, отсюда выскочит, отсюда выскочит, отсюда выскочит. А вот и доктор. Здрасте. Не рад вас видеть. Мертвым. Эти твари, они всех убили. Вся моя команда погибла. Пытался перезапустить старую платформу. Я бы мертвый Варкас. Но электричества нет. Я их слышу, они повсюду уже близко. Чувак. Доктор Маллер, если бы это когда-нибудь услышите, вы знали, что там внизу? Знали? Кто ее уже знал? Знала она или не знала? Ох, куча всего. Для перчатки, правда, две штуки. С одной стороны приятно, с другой стороны страшно. Я понимаю, если бы он здесь с голоду умер. С другой стороны, тут, в принципе, можно было неплохо прятаться. У меня это получается. Да я стремлюсь их поубивать, то ему нужно было просто прятаться. То есть... Ты типа приземляешься сюда, да, там
Может быть, чудом не задеваешь внутренние важные органы. Отцепляешься, падаешь вот на вот это. А если ты туда лицом летел и обратно, то спиною. Классно. Так. Вижу противопехотную мину. Серьезно? Тихо ты, мину не задень. А может, у мину нельзя было бить бочку ногами? Она поэтому и обиделась-то? Вот ты козлина, начал идти, когда я практически его обошел. Печка. Денюшка. Ну, короче, это локация для тех, у кого стальные яйца, по-видимому. Типа, ну идет на тебя монстр, идет. Не надо стрелять, не надо волноваться. Просто ждешь подходящего момента. Ну, подошел он вплотную, ну, понюхал тебя. Ну, тут же это самое в другую сторону, в противоположную пошел. Не надо это самое расстраиваться, плакать на взрыв. Ну, пованиваешь немного, что поделать. Тут как бы не до мытья немного. Так, choose an item. Одну перчатку я пока оставлю. На всякий случай. Так. Вот она вот в темноте светится, вот когда чисто черные вот эти вот, как будто бы кластерные мины какие-то, вот они вот так вот штабелями стоят. Ох ты, ёх ты. Если я их взорву, они на меня кинутся? Мне вот интересно. Теперь я хрен еще и эту штуку подниму туда, да? Они уже там 5 раз все разошлись по домам. Да? Что ж ты делаешь? Ну-ка, 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 чё там, скажи? Чё случилось? Чё за кипиш? Окей. Видимо, в прошлый раз это до его он ударился как раз таки об угол и разлетелся, и поэтому мутировал. То есть я его не на шипы тогда в прошлый раз попал. И в данном случае такая же фигня случилась.
Так, вон туда же улетел. Хорошо. Сейчас посмотрим, что тут. Вроде ничего. В целом, доктор мог бы выжить, если бы у него была хотя бы перчатка. Теория. Ну хоть 4 раза не бьешь, то спасибо, блин. Фа. Течку дай лучше. Не вовремя эта штука кончается, и реально до сих пор не могу понять, как она работает. Нюх-нюх. Кто-то наш сдох. Пойду посмотрю. Поближе, да? Ну не толпитесь, пожалуйста. И в одну сторону не ходите. Ну разойдитесь по койкам, ну. Даже тут, смотрите, оно как меняется, непонятно. Во, разошлись, слава богу. Я ж об стену хотел их бить. Ну, стой, стой. А. Постой, понюхай. Ух, ушел, скажи, да. Куда же он делся? Where did disappear? Ну пока что это самый простой на самом деле участок игры. При том, что даже я не настолько великий стелсер. Кредиточки. Так, вот здесь можно нашипенить, но зачем? И лицом его об этот. Надо было. Прям туда так на. Ой-ой-ой. Вот какой у меня заряд? Вот хватит мне сейчас или не хватит? Ну, вроде хватило. Ну, а мигает теперь. Опять же, перчатка. Этот. Заряд на перчатку израсходовался. Какой-то момент. Я прям жду, что он сейчас отсюда выскочит. А у меня заряда мало. К
Чувак, повезло тебе, просто умер, а не мутировал. Ну, кстати, опять она бьет меня по глазам. Свет почему-то. Тут нормально, вот тут все равно она по всему экрану бьет, в общем. На самом деле очень классно вот сделано, действительно, Локи. Мне все нравится, все больше и больше нравится. Вот насколько темный, прикольный подъем. Такой, что ты вот ничего не видишь, что там. Даже за угол не успел зайти. Здоровье. Как раз хотел попросить здоровье. И боеприпас. Так. Ну, смотрите, 15 патронов на все помещает. То есть, если мы улучшим по 5 патронов за раз выстреливает режим, то 3 выстрела и все. А зачем? В чем смысл? Чувствую, что он еще и не станет их особо, нет. На месте просто это самое. Идут себе и идут. Так. Давай вот эти продадим. Потом вот это. Я в целом пока ими не буду тогда пользоваться и продам вообще все. 1400. То есть, смотрите, получается. Это ж ты, нет. Пункт. И бутарский, вот. Это я еще урон поднял даже немного, да? А, ну вот емкость магазина, если повысить. Если в два раза. Сколько сейчас в нем помещается, надо посмотреть. Устойчивость и режим мощного заряда. Не знаю, пока вообще бессмысленно. У нас еще один ствол можно будет заиметь. И слава богу, мы уже начнем что-то, ну, нормально улучшать все это дело. Пункт антибунтарский. Боевой пистолет. Однозарядная. На 1800. После попадания. Вот это было бы интересно посмотреть. Но я, наверное, в первую очередь тоже перчатку, возможно, качну. Возможно, перезарядку теперь стоит. Ну, еще сотня. Так. Эти штуки непонятно как определят, могут ли они тебя цапнуть или нет. Чего это ты повернулся? Нашел генератор, надеюсь, он работает. Как-то очень странно, я впервые вижу игру, где твою камеру прям насильно показывают в игре от третьего лица. То есть в Амнезии это было, да, там в Пенумбре. Ну там как-то это более оправданно было, а тут что-то как-то странно даже. Я не знаю, мы сможем попасть туда или нет, но тут участок, возможно, что нет, поэтому лучше сразу забрать. Но... Ах ты ж тварь. Да. О, кстати, он сам только что увернулся. А вот и не сможешь.
Не, ну просто такая фигня пошла, я понял, что уже бесполезно. О, спасибо. Собственно, его надо было сейчас размазать просто по стенке, наверное. Не надо, не надо. Не надо мерить мой череп. Сразу же такого месива вроде бы не было тут. Прям раскатали меня немножко даже. А если бы прокачал бы удар бы об стену вместо этого самого перезарядки, то, возможно, я бы просто его убил бы. Чё понять теперь, кого я обыскал, кого не обыскал. Куча трупов. О! Ну что, в целом нормально. Даже я бы сказал. Не знаю, возможно, они намекали, что надо было убегать и сюда их нашпиговывать. Но у меня что-то особо не было времени куда-то бежать, не знаю, и когда меня постоянно окружают. О, сейчас кто-то за горло как схватит. Крюкивает там кто-то трубами. Нет, неправильно. Нормально. В целом нормально. Теперь бы еще понимать, где они все еще тебя не видят, а где уже начинают видеть, и этим надо что-то делать. Подожди, а канистра что, еще старого образца такого? О, прикольно. Будущее. Тремя ручками. Я думал, ты взрывной. А он тут, возможно, меня бы цапнул. У меня, кстати, патроны начинают кончаться на эту пушку. Давай возьмем этот.
Подожди, это, по-моему, опять же не он. Во. Скунсика возьмем. Я надеюсь, у меня какой-то нормальный шоткат будет ко всему этому делу, потом к началу локации не придется идти так же. Главный вход. И свет так красиво выделяет лестницу. Вот чему бы ребятам из Корн нужно было бы поучиться. Закуток. Ну тут я скорее всего думаю все-таки закуток. Хотя может быть и нормальный, там может быть закрыта вообще дверь. Подожди, тогда давай. Быстро осмотрим хотя бы. На, тут аюк этот, печать, как минимум. А, ну и все-таки надо это нажимать. Что-то надо нажимать. Дверь закрыта. И тут заперта. И патроны для говна боевого пистолета. Мне показалось, что так все-таки не включился. На. Дерн переключатель. Хорошо, давай пока продадим все ненужное. Так. Да, он. И вот это все-таки продадим. Того 1900. 150 стоит, да? Больше даже, чем этот. Может быть, за там за 15, я не знаю. Так, емкость магазина. Не, давайте посмотрим еще раз вот эти штуки. 2700. Ну, это еще опять же копить. Ладно. Там мне как-то вернуться надо или как? Или это вот где-то что-то делать надо? Или ты мне дверь открыла? Ты мне открыл двери. Хорошо, тогда идем вот сюда. Я вот не знаю, насколько хорошая или плохая идея делать подсказки, что вот это не обязательно, допустим, путь. Так, чтобы не заспелили, что тут есть действительно путь, допустим, да? Немножко, допустим, прополз, увидел эту дырку, и там нарисовано уже дальше, что это не обязательно. Потому что, считайте, такое же было в Dead Space. Ты пускал вот эту вот штуку, волну, да? Не волну, эту голограмму. И она прям тебе показывала, куда надо идти. И этим самым ты понимал, куда можно пойти дополнительно. Так, тут что-то прям совсем какую-то опу я лезу.
кидал. Наконец. Привет, мужик. Или дама. Такая ситуация уже пол не совсем понятен. О, это было прям опасно сейчас. Мне показалось, что он у меня там цапнет. Ты мутировал, что ли? Зачем? Но так жестко тебя рвануло, что ты аж мутировать решил. Это прям странно. Еще один такой же. А, я понял, они фигурки такие тут делают, типа, да? Минки или как они там называются? Каким образом ты меня видел? Ну, взорвало. Это было вообще внезапно. Еще и бесполезных патронов дал. Да сколько тут всего? Ну, тут похоже на выход все же. Хотя, кто знает. А, это секретная такая же штука, да, действительно. Хер тебе! Вот на них бы тратить эти бесполезные патроны. Не то чтобы прям супер найс, но тайная комната 2. Ну отлично, значит, я хотел сказать, чтобы только вторую нашли за всю игру, а их пока всего две. Замороженный кусок камня, Калиста, трагедия, что-то такое, короче. Ничего не понятно. Ладно, ну на удивление, оба мы нашли. В целом-то они не настолько прям секретно спрятаны. С одной стороны, с другой стороны, эту расщельную все-таки можно было не найти. Она похожа вот на все такие вот. Ух ты. Невозможно, я сейчас в этот зайду как раз. Там, где кнопочки нажимал. Не, ну выглядит офигенно местами, реально. Да, я сюда вот и вышел, как я и подумал. Ого! Принтер с процессором. Дорогое удовольствие печатать сейчас. В будущем. Итак. Хе-хе-хе.
Вот следующее, возможно, стоит что-нибудь с дубинкой сделать. Тот же ущерб от нее, да? Посмотрим. Найти первый переключатель. Значит, их будет не один. Так, место под драку небольшое. Место под шипы. Еще место под шипы. Притом нажал, повернулся, накидал врагов. Ой, что-то у вас один есть. А, у вас где-то КЗ, по-моему. Что-то у вас очень сильно греется. Бунь. Так, в ногах опять, правда, нету, но есть патроны. Вот мигает, мне пока не нравится. Давайте подождем чуть. Хотя была, не была. Ну, в целом окей. Ну... Это было слишком опасно, да. Туда кого-нибудь бы запихнуть, да? Ту же бочку. Так. Мне как-то спрыгнуть вниз надо к ним, иначе почему они там появились? Я тут не видел мест для спрыга вроде. Кстати, заметили, что давно вентиляции не было? На пузе-то мы продолжаем кататься, но вот именно этого нету. Серьезно, что это за место? А вот, вижу вторую, да. А, во, все, лестница. Ну, вот здесь они не очень хорошо показали. Куда мне надо? Прям не знаешь, куда идти, честно слово. Давай, тут склад мертвяков. Нет? Ты выключатель будешь охранять? Не, все-таки пошел к друзьям, но немножко не дошел. Ну, в целом. Да, все, три запчасти есть. Вот сейчас бы я нижних бы не убрал бы и слез вниз. Ой, было бы мне весело пятером тут с ними разбираться. Я слышу, там кто-то ползет. Еее!
Здравствуй, Half-Life. Не так, конечно, круто разрубила. Она даже не разрубила, она, скорее всего, просто покалечила. Ну, хотя бы выглядело похоже немножко. Так, тут взрывная штука есть. Ой-ой-ой. Его зарезал, как ты это умудрился? Не знаю, как это получилось, ну и ладно, не надо чечетку тут вычечетывать. Это реально какое-то место для фарма просто. Врагов куча, но если плюс-минус быть осторожным, то прям глобальных проблем они не вызывают. Вроде все. Вот эту штуку не могу вроде поднять. Я пытался ударить, но что-то они особо по звуку не шли. Я хотел их всех собрать как покемонов и кинуть один покебол в них. Но нет и нет. Опять же, стрелочки, подсказочки. Все удобно, все понятно. Боеприпасы очередные. Питание включено, нужно вернуться к платформе. Нет? Нет. Я подумал, это лечилка. Кстати, давно лечилок не попадалось именно вот в таких штуках. Возможно, из-за того, что оно старое. Старый комплекс, там не было такого. Поэтому мы во врагах находим их. Джейкоб, ты слышишь? Электропитание только что включилось. Я усиливаю сигнал. Да, я на месте. Я тебя слышу. Теперь я иду в колонию. Как доберусь, свяжусь с тобой. Пока нужно быть тише. Черт, будь осторожен. До встречи. Так, ну в целом это вроде да, похоже на шоткат. Неплохой. Хотя нет. Не совсем. Тихо.
Ну это, конечно, чудеса. Не убегай далеко, дай тебя тоже кольну. Такое ощущение, что сейчас он рукой пнул, а не... Вот, а то этот товарищ-то не хотел. Ломаться. Мог пропустить. 31 кредит, конечно, всего, но... Курочка по зернышку, как говорится. Ну, где еще толпа? Чё, ты меня напугать хотел? Дружище. Ну, пришел тут со страшной музыкой, ну. Нашел кого пугать. Насколько, интересно, долго так может тащить ее в моем состоянии сейчас? Серьезно, опять? Она принадлежит вон той зоне. Поэтому я не могу ее. Да то вот эту бочку я могу. Очень странно, как это все работает у них. А вот на них бы бочка, это могла бы очень пригодиться. Ты к друзьям хочешь или тебе отдельную выделить? Давай к друзьям. Да зависаете вместе. Так, а где еще? Тут будут кто-нибудь, нет? О! Тихо. Интересный способ не вернуться назад. Еще бы немного. Ну, в который раз. Да, мне уже сохраниться и заканчивать начать, а то опять будет жопа. Так, продаем. Продаем. Однозарядный. Так, как-нибудь сделаем. Думаю, нормально. Будет 1200.
Так, где-то тут, наверное, должно быть сохранение. Возможно, тут оно будет. Я просто боюсь, что сейчас на платформе начнется тоже кого-нибудь махать. О! Ну вот это вы хорошо придумали. То есть тут настолько плохо все будет. Да. Равно пока некуда, да? Куча аптечек. Вот аптечки я бы, наверное, пошел бы. Одну аптечку я продам. Я думаю, мне двух точно хватит с головой. Блин, я не знаю, за минут 7 мы успеем. Одну аптечку я продам, чтобы все это дело забрать. Доберем патроны на всякий случай. Для перчатки мы это дело оставим, потому что кто знает. Платформу сейчас выкидывать будет их самое то. Поехали. А вот это уже Фир 2. Так, ладно, я думал уже вылечиться сейчас, но... Ты какой, блин, а? Лучше скажи, когда мы приблизимся к
к выходу. Это я могу, это я ношу. Так, на всякий случай, раз время есть. Ну, конечно, какой-то босс пришел, да? А ты чё поменял ствол-то? Так, ты решил быстрее бегать, чтобы поэтому избавиться от лишней массы? И еще принтер за штуку. Фу. Ну, в целом я даже успел вовремя. Станция Аркас. Ну. Я сэкономил кучу перчаток. Можно назад съехать. Ездить быстро, все скинуть. Подожди, не Джека был, а кто? На, вот это, наверное. Официальная жалоба от Алекса. Контролер Джетха постоянно отдает самые лучшие смены Джарики Абоди. Я нахожусь в колонии Аркас на 3 года дольше, выполняю все требуемые планы. Вот, пожалуйста. Появляется красиво, а никто из вас больше ничего не видит. Имплант сильно поврежден. Марк Ван, кстати. Джарика, ты там? Если увидишь опергруппу Юг, ради всего святого, беги от них. Я на платформе, возвращаюсь в Аркас. Не помогло тебе вернуться в Аркас. Вернуться-то ты вернулся, только толку. Заставка, загрузка. Колония. Дэнни, я добрался. Отлично, ты где? В каком-то служебном туннеле. На противоположной стороне, просто иди, ты почти на месте. И на этом мы на сегодня тогда закончим. Я надеюсь, где-то сейчас охранка будет. Ну хотя, по идее, она должна быть в самом начале. Так что лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Алекс Трага. Всем пока.